Азербайджан пока не получил официального ответа на вопрос, каким образом ракеты «Искандер-М» оказались у Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник на открытии парка военных трофеев в Баку, где продемонстрированы обломки ракет «Искандер-М», найденные в Шуше. Откуда у Армении взялись эти ракеты? Их у них не должно было быть. Мы хотим ответа на вопрос, как это смертельное оружие попало в руки Армении. Пока мы не получили ответа на этот вопрос, но получим, сказал глава государства. По словам Алиева, Армения пыталась ими уничтожить древнеазербайджанский город Шуша. Это доказательство военного преступления Армении. Эти ракеты были использованы против азербайджанских военных после освобождения вооруженными силами Азербайджана города Шуша от армянской оккупации. У нас имеется достаточно данных, но мы ждем официального заявления, подчеркнул президент Азербайджана.